Всем привет! Посылка у нас. Снова посылка. Чехол Redmi Note 7 приехал. Ссылки будут, конечно же, в описании, что на смартфон, что на чехол. Ищите там, смотрите, сколько стоит, у кого я покупал. Качество мы сейчас проверим. Для следующих моделей подходит. Все не перечислил. Переходите по ссылке в описании. Выбираете свою модель, ставите галочку, кладете в корзину, заказываете. На стоит заказывать или нет, сейчас проверим. 13 дней добирался до меня данный чехольчик. Выглядит как обычно все, ничего, собственно, не меняется уже сколько лет. Желтый такой конвертик. Что еще сказать? Герб России там должен быть, СССР, что-то там, по-моему, даже Армении. В общем, такая геральдика, другими словами. Выбирайте. Я, по-моему, выбирал черного цвета, кажется. Должен быть черного цвета. Немного лаконичный. Так, что мне с ножом? Ёлки-палки. Вот это номер. Ни хрена не режет, надо затачивать. Так. Да, это он. Это точно он. И что мы видим? Так. Ха! Смотрите. Корона на поролоне. Видите? А теперь, если поролон убрать... Корон-то нету. Вот это они как-то не очень продумали. Это нормально вообще? Ну, не знаю. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться вообще. В принципе, на самом смартфоне. А так, ну, блин. Обыкновенный резиновый чехол. Такой, знаете, на первый взгляд достаточно неплохо выполнен. Ну, смотрите сами. Ни наплывов таких, никаких заусенцев, там отверстия. Ровненькие. Сейчас примерим это все, посмотрим. Как обычно, камера плохо фокусируется на черный цвет. Ну и двухглавый орел. Герб России. Кто не знал. Там есть чехлы. Ох, я не помню. Их там целая куча. Пожалуйста, там серп и молот и все дела. Я думаю, будет актуально для Украины, да? В форме протеста. Если кто рискнет. Тем не менее, все это там продается. Переходите, смотрите. Ну-ка. Ну, кстати, не воняет. Это уже плюс для Китая. Все как обычно. Вот, допустим, берем этот чехол. Ну и что мы видим? Да, одно и то же, в принципе. Просто ляпают разные оттенки, разные расцветки, разные картинки. А, нет, смотрите, здесь под темляк не сделано. Вернее, под шнурок, как здесь вот отверстие есть. На кисть руки вешать. Здесь такого нет. Более матовый, не такой черный пластик, хотел сказать. Ну, не такой, не такая резина. Отверстия также здесь перфорированы, здесь полностью вырезаны. Ну, короче, немножко отличается. А так, в принципе, технология одинаковая. Кнопки не вырезаны, они обозначены. Плюс-минус. Вот. Что еще сказать? Геральдика, она, знаете, имеет рифление. Пальцами она ощущается. А сверху на резину вот это все какой-то или дермантин, или краска нанесена. Отпечатки пальцев. Ну. Слушайте, ну не остаются. Неплохо. Более того, еще достаточно цепкий. Это хорошо. Давайте-ка. Чаплять смартфончик. Так. Есть. Итак. У меня здесь стекло защитное. Бортики минимальные у чехла. Я вижу, что если стеклозащиту не будет, кладете, он защищает, в принципе. Немножко, но защищает. Так, далее. Снизу отверстие, смотрите, как проделано. Ну, неплохо. Все отлично сходится. Все по центру. Идеально сверху у нас. Под экопорт. Управление техникой, кто не знал. Под наушники 3,5. Ну и отверстие под шумоподавление. Допустим, видеозаписи. Далее, сканер отпечатков пальцев приходится прямо на корону. Ну и как бы, да нормально он смотрится, не буду придираться. Сделано неплохо. Вот так выглядит. Камеры, смотрите. С камерами, ну можно сказать, неплохо, четко. Слегка есть какой-то промах. Ну и вспышка. Ну, так, неплохо, неплохо. Можно ходить и с таким. Очень дешевый, походу. Очень дешевый.
достаточно качественный для своей будет цены. Так что ссылки в описании, выбирайте себе там раскрасочку, там гербы есть цветные. Вот я выбрал такой черно-белый цвет, немножко лаконично, не сильно бросается в глаза, тем не менее, не знаю, может вы патриот, если патриот, то вам такой чехольчик подойдет. Мне лично он нравится, да, очень, очень хорошо, неплохо, цепляется в руку. Ну да, хорошо цепляется в руку, так что не буду ничего плохого говорить. Все отлично. У макро еще разочек покажу и будем заканчивать нахрен это видео. К ядре не фени. Поближе вот так. Пишите в комментариях, нравится вам, не нравится чехол. По мне нормально. Все, на этом заканчиваем. Подписывайтесь на канал, еще будет куча всяких чехлов. Я пока все не переберу на Алиэкспрессе. Хрен успокоюсь. До новых встреч.